Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Якутии не превышает нормы. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора. По информации ведомства, эпидемиологический порог для этого времени года находится в рамках допустимых значений. При этом более 40% населения региона получили прививки от гриппа. По итогам прошлой недели в республике, в том числе в городе Якутске, уровни заболеваемости ОРВИ не превышают эпидемических порогов, то есть это среднемноголетних показателей. По всем возрастам тоже превышения нету. Лабораторный мониторинг показывает циркуляцию вирусов негриппозной этиологии, таких как вирусы парагриппа, аденовирус, риновирус, РС-вирус. Обращаясь к населению, рекомендуем обращаться при появлении симптомов заболевания в лечебные учреждения с тем, чтобы вовремя получить помощь медицинскую.